Всем доброго времени суток. У кого-то утро, у кого-то вечер, у кого-то сейчас день. У кого-то день начинается, у кого-то день продолжается, у кого-то он уже заканчивается. В любом случае, тот, кто сейчас смотрит это видео, он может, скорее всего, смотреть. У него есть зрение, он слышит, и он живет, в конце концов. И есть за что благодарить Творца, согласитесь? Есть. Не все люди сейчас находятся в здравии, чувствуют себя хорошо. Не каждый имеет достаток, не каждый может видеть, слышать или говорить. И то, что сейчас мы это можем делать, это уже чудо. Я очень рад и благодарен Богу за то, что я сегодня могу также слышать, видеть, говорить. Я могу жить на этой планете, и могу рассказывать о любви Его, о любви Божией. И тот, кто, возможно, слышит впервые об этом, или когда-то разочаровался в Боге, или в ком-то, я хочу сказать, что любовь Бога, она неисчерпаема. И тот человек, который познал это, он никогда в этом не усомнится. Друзья, сегодня хочется также как можно меньше что-то сказать своего. Цель сегодня послушать прекрасную песню «Океан Божьей любви». Исполняет Симон Харольский. И перед тем, как мы будем слушать прекрасную песню, хотелось бы напомнить из Священного Писания всего один стих о любви, о Божьей любви. Записан он в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Ибо так возлюбил Бог мир. Итак, песня «Океан Божьей любви». Эта песня хвалы, словно птица парит в небеса. Моя жизнь, как река, мое сердце течет, и душа поет для тебя. Эта песня хвалы, как весенний родник, как любви водопад. Хвалы, словно птица парит в небеса. Моя жизнь, как река, мое сердце течет, и душа поет для тебя. Это песня хвалы, как весенний родник, как любви водопад. Моя жизнь, как река, мое сердце течет, я вдыхаю любви аромат. Океан,